Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам». Поделись с народом, что я регулярно и делаю. Что сегодня хочу с вами поделиться, какой информацией. Что-то у меня, говорится, загорелся в одном месте лед. Решил я GPS-приемник, это BN220, поставить на Синеук Протек 35. Посмотрел в интернете, ну что-то идея, кто-то мне рассказывал идею, что так можно сделать. Ну, я думаю, как же сделать? Ну, не нашел во всяком случае, как делается. Ну, думаю, много ума тут не надо. Надо разобрать квадрокоптер, найти свободный UART-порт и туда припаяться. А потом в портах уже в Betafly настроить конкретно куда, зачем. Зачем мне это? Вот если честно, говорю, ну мне и даром не надо, но попробую. Во всяком случае, интересно, как он будет работать и будет ли работать вообще. Ну, во всяком случае, будет показывать координаты, это раз. И второе, это будет показывать скорость и высоту по GPS, как на Mark 4. Должен показывать. Ну, а будет, не будет показывать, это уже, говорится, 10-й вопрос. Ну а как подсоединить, значит, здесь, конечно, не совсем удобно, но возможно. Вот у нас получается здесь висит, тут, кажется, камера, передатчик. Вот сюда они припаяны. Ну а сюда подпаян, это у нас приемник. Ну сюда можно подпаивать, или в данном случае у меня флейскайский. И больше здесь ничего нету. В комплекте шел вот такой длиннющий кабель. С двух сторон разъемчики. Ну, надо будет разобраться, куда, что, зачем и сколько. И припаивается. Ну, вот они сверху. Если так посмотреть, тут два ряда контактов. Снизу и сверху. И вот верхние два контакта, они даже не залуженные. Вот один и второй. Вот слева это TX4. А это RX4. Ну, соответственно, отсюда припаиваем сюда RX, туда TX. И настраиваем уже Betafly на UART4. Ставим GPS. Так что сложного ничего нету. Будем паять. Я думаю, не стоит вам показывать, как паять. Тут много ума не надо. А от того, что я буду паять, вы от этого все равно не научитесь. Ну все. Подпаял я провода. Правда, тут получается в одно место вот плюс 5 вольт. Получается подключен камера, передатчик. И сюда же я подключил еще и GPS-приемник. Сам приемник, ну из ZTBS Crossfire или в данном случае FLI 14+, называется флейскаевский, он подсоединяется именно вот на этот разъем. А все остальное здесь. Ну здесь там бэк стоит на 5 вольт и на 2,5 ампера. Ну, не знаю. Да я не думаю, что 2,5 ампера тянет. Передатчик, камера, что еще? Ну, GPS. Больше, кажется, ничего. Ну, не знаю, наверное, приемник тоже записан от этого бэка, только по другой линии. Вот он стоит, бэк. Ну, надеюсь, что будет хорошо и ничего не сгорит. Так что должно быть все великолепно. Ну, ладненько. Соберу, покажу, как настроить, и результат. Ну, результат уже это будет, когда будут полеты. Так, промежуточную сборку взял, закрепил передатчик, закрепил контроллер. Все остальное установлено, закреплено, только вот эти бамперы не стоят. Но так как у меня сломался переходник, заказал его, должен прийти с AliExpress через месяц, то приходится
подключаться к компьютеру, разбирая квадрокоптер. Поэтому, пользуясь случаем, что он у меня уже разобран, я его подключаю. Так, все, я подключил. Ну как подключил? Все припаял. Все есть. Подключаем GPS-приемник. И включаем, пусть будет пока на эту сторону. Все равно надо будет на эту сторону его ставить. Так, GPS-приемник и подключаемся к компьютеру. Так, подключился. Как видите, ну да, Betafly запустился. Все есть. Теперь берем порт. И у нас на четвертом порту вот здесь ставим GPS. И жмем сохранить. Затем идем в конфигурацию. Идем вниз, включаем GPS. Так, здесь у нас у Blocks все верно. Автонастройки, автоскорость, она не нужна. Ну и здесь автоопределение. Так, OSD, все есть. Сохранить. И идем в OSD. И вот уже сейчас мы здесь выберем. Так, это мы сюда сбросим. А то я думаю, что не наверху. Так, дата, время есть. Так, это есть. А положение газа надо. А то я что-то про положение газа и забыл. Желательно, во всяком случае. Так, расстояние до дома. Так, расстояние. Ну, расстояние до дома не знаю, как это не определяется. Есть. Так, скорость по GPS. Так. Это я перенастрою, поставлю уже так, как мне удобно. А то я тут что-то нагородил. Высота оставляем. Ну, высота, она, блин, там, кажется, через пень-колоду. Так, это сюда. А вот это сюда. Так, а спутники GPS еще. Так. Это скорость. Так, спутники. Ну, вот здесь повешу. Долгота. Ага, вот и широта. Так, это сюда. Ну, как обычно. По стандартной схеме. Все. Значит, low voltage мы вешаем наверх, чтобы видно было, а то я не замечаю его. Все, сохранить. Теперь выходим. Система, бара есть, GPS не светится. Но он и не будет светиться по той простой причине, что не подключен батарея. Но мы сначала отключим от компьютера, подаем питание. Так, засветилось, все отлично. Так, подключаемся. Все, GPS определился, значит, верно подсоединил TX на RX, не перепутал. Все отлично. Теперь надо попробовать дождаться, чтобы он поймал спутники. Но пока никаких спутников нету. Надеюсь, что он мне здесь хрен поймает в квартире. Все, переходим в fail-safe. Здесь выбираем
GPS спасение, угол, под которым должен возвращаться, первоначальная высота, пройденное расстояние. Ну, первоначальная высота, это имеется на какой высоте уже вернуться. Пройденное расстояние. Что-то я уже помню, уже забыл. Минимальное расстояние до дома. Это имеется на каком расстоянии должен срабатывать. GPS. Скорость 20 метров в секунду. Газ минимальный, газ максимальный. Газ весеннее. Скорость подъема 5 метров в секунду. Скорость понижения, ну, посадки имеется. Ну, он не садится сам. Значит, спутников 6. И я пока разрешил включение без GPS. А то у меня уже было такое. Съездил в поле, приехал. А он не работает. И пришлось по-дурному прокатался. Ну все. И в принципе, здесь у нас GPS, можно сказать, rescue. Да, чтобы он возвращался домой, необходимо, чтобы здесь было вот в этом положении. Вот если в этом положении, то будет работать GPS rescue. То есть возврат домой. А если просто, если вы переставите в это положение, то он работать, естественно, в данном положении не будет. Так что, ну, мне просто так. Если я летаю рядом, потом как-нибудь разберусь. Полечу сначала, проверю так, а потом уже, если он будет нормально ловить спутник, тогда я уже буду испытывать все остальное. А пока что пусть будет так, как есть. Все, сохранить и перезагрузить. Все есть. Ну, спутники он ловит, но тут показывает всякую ерунду. Так, ладно, все. Отключаемся. Убираемся. И попробуем запуститься. Надеюсь, чтобы без никаких эксцессов. Так. Ой, блин, что не по пальцам же так. Все работает. Все функционирует, так что продолжаем сборку. На этом буду заканчивать. Все, что я хотел сегодня рассказать, я вам рассказал, что данный приемник GPS можно подсоединить к данному коптеру. У меня 220, можно BN180 подсоединить. Ловить он ловит, уже проверил. Даже в таком положении, имеется в виду, помещении железобетонном, все есть, все работает. Так что надеюсь, вам будет полезно. С вас не забудьте подписаться, конечно, поставить палец вверх вниз, написать комментарий. Кто какой может, такой и напишите. Кто на что способен, такой комментарий и пишите. Ну а вам всем добра, здоровья, главное, мира, и до новых встреч на моем канале.